Привет, бро, меня зовут Пози, и добро пожаловать в Roblox. Сегодня мы вместе с тобой поиграем в Fortnite в Roblox, и это у нас новый обновленный режим. Этот режим у нас стоит 100 робоксов, поэтому надеюсь, вы поставите свой лайк за то, что я потратил свои кровные 100 робоксов, чтобы зайти в этот режимчик, и буквально через несколько секунд мы с тобой стартанем. Мы с тобой появляемся в летающем автобусе, но на этот раз без всяких багов, потому что я уже снимал что-то наподобие Fortnite в Roblox, только здесь немного хардкорнее. Здесь у нас реально полноценный Fortnite, только адаптированный под квадратную нашу любимую мини-игрушку. У нас здесь достаточно большая карта, поэтому давай мы с тобой полетим в... Это у нас что-то наподобие веселого парка, если я не ошибаюсь. Ладно, давай с тобой в Happy Holiday долетим. Надеюсь, получится. Здесь полеты немного до конца не доработаны, но в любом случае на параплане можно лететь хоть на другой конец карты. 3, 2, карта закройся, 1, полетели. Так, 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 одеваю параплан. И все, просто лечу себе спокойно. Не в ту сторону летишь. Ой-ой-ой, вот сюда нужно лететь. Вот так вот. Вот в этот город прямо. Надеюсь, я смогу спрыгнуть с этого параплана и долететь до самого низа очень быстро. 3, 2, 1. Полетели! Мне кажется, я разобьюсь. Со мной падает еще какой-то тип, и, видимо, он раскрыл тоже свой параплан. Нужно ниже спуститься. Так, и я залетаю в домик. Я буду играть без моих читерных наушников, и нужно действовать очень оперативно и быстро. Здесь так же, как и в обычном Fortnite, есть ресурсы, есть какие-то сундучки, скорее всего. Вот, кстати, по поводу сундуков я не уверен, но надеюсь, у меня получится его встретить. О! Есть! Мое первое убийство! Мама мия! Ничего себе, я быстро его обезоружил и встретил. Ха-ха! Слушай, реально очень клево. Так, на X мы можем с тобой строить какие-то себе препятствия. Так, мы построим здесь вот такую вот платформу, чтобы к нам никто не пробрался, и мы с тобой перегородили всю лестницу. Собственно, мы можем себе пробить вход в стене, ну почему бы и нет. Это же Roblox. Здесь все работает так же, как и в обычных игрушках. И сделать себе вот такую вот базу. А, у меня есть даже прицел снайперский. Так, надеюсь, ко мне никто не пролезет. Нет, вроде никто не собирается ко мне лезть. Одного типа мы уже убили. Знаете, это даже лучше, чем в обычном Fortnite. По крайней мере, в этот Fortnite я хотя бы могу играть. Да, как бы это странно не звучало. У меня есть 2 дробовика, также у меня есть еще и эмочка. Ладно, давай с тобой выйдем через этот выход. Ну-ка, я хочу попробовать сделать это в полете. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А-а-а, здесь нельзя строить в полете. Ну-ка, вот так вот. Хоба! Хоба! Ну, почти получилось. Ну, как бы вообще не почти, но в любом случае. Хотя бы что-то попытались сделать. Патроны у меня также есть, и поэтому давай мы сейчас с тобой подобываем немного ресурсов. Они нам сейчас очень необходимы. Собрали бандаж. Так, елочку смогу сломать? Давай, елочка. Ломайся, елочка. Давай. Ты думаешь, я тебя не смогу сломать, а я тебя сломаю. 11 человек осталось. Я вроде бы даже играю в режим дуо. Может быть, я убил своего напарника, не знаю. Кстати, было бы достаточно обидно, если бы я убил своего напарника. Где зона? А мы в зоне. А зона, кстати, уже потихонечку сейчас будет сдвигаться через буквально 8 секунд. Карта очень огромная. Сейчас вы можете оценить все ее масштабы. То есть спрятаться здесь кто угодно может где угодно, когда угодно и ожидать тебя из-под тишка. В эту машинку я смогу залезть? Нет, нельзя залезть в машинку. Печально. Что это там? Оу! А вот об этом я вам и говорил. Это же сундук! Оу-е, давай мы с тобой его откроем. И что у нас здесь? Так, нужно с тобой поменять какое-то оружие. Какой дробовик? Вот серый дробовик поменяю, а УЗИшку эту возьму. Снайперская винтовка. Снайперку поменяю вот на это оружие. Так, бандажи у меня есть. Еще! Еще один сундук! Сразу 2 сундука в одном месте! Вот это фартит, так фартит. Шотган. Ладно, тоже поменяю его. У меня есть, в принципе, на все патроны, и даже снайперка есть. Это же великолепно. Это великолепно. Нужно двигаться поближе к мидлу и залезть на какую-нибудь гору, чтобы меня никто не спалил. Потому что есть шансы того, что меня сейчас, прямо сейчас, в данный момент, кто-то обходит сзади. Фух. Ну, в топ-1 вряд ли мы сможем с тобой зайти, потому что я не профессионал в рояль-играх, если честно. Но попробовать нам все-таки стоило с тобой. Мы с тобой неплохо держимся. Мы убили одного игрока и причем неплохо залутались. Вот здесь, мне кажется, еще никто не был. Так, давай сделаем вот так. Построим здесь лестницу. Заберемся на крышу. О, сундук здесь открыт. О май гад. А как они ко мне поднимутся? Слушай, ну, в принципе, есть идея.
Там аирдроп падает. Я вижу аирдроп. Давай я просто спокойно стану здесь и буду смотреть за всеми локациями. Может быть, кого-то увижу. Пока что мне кажется, что здесь никогошеньки нету. Да, здесь же никого нет. Еще один аирдроп прямо возле меня. Мы будем делать это как засаду. Сейчас какие-то обычные людишки побегут к аирдропу. Они, наверное, думают, что они знают все. Но они не знают ровно ничего. Так, сделаю крышу себе. И с обратной стороны поставлю вот сюда эту штуку. Запрячусь, заберусь через камень. Вот так, с обратной стороны. Делаем такую небольшую коробку. И... прячемся со снайперкой. Аирдроп никто не идет лутать. Через 50 секунд зона будет уже сворачиваться. Это все отвлекающие маневры. Отвлекающие маневры позе. Собираем лутбокс. Что у нас здесь? Какая-то новая снайперка. У меня, в принципе, полная жизни. Так, я собрал снайперку. Сваливаю отсюда. Я вижу там кого-то. Хова! Попал. Хова! Попал. А-а-а! Нет, нет, нет. Есть шанс того, что меня сейчас убьют. Убил игрока! Есть! Уу! Второго убил! Так, не попал. Подбираю. Бинты. Использую. Использую бинты. Есть! Плюс еще немного жизней. Так, восстановился. Оу, е! Так, теперь бежим за его ресурсами. Все, вроде как неплохо. Даже РПГшечку могу подобрать. Есть! У меня есть РПГ. А УЗИ-то мне зачем? УЗИшка отстойная. Так, две УЗИ подобрал. Даже не знаю для чего. Тут какой-то есть бокс. Что это такое? Хамонкит, это же аптечка! Просто шикарно! Я сейчас не понимаю, откуда по мне стреляют. И мне это не нравится! О май гад, о май гад, о май гад! Хватит с меня детских игр! Все, сейчас мы будем с тобой просто тащить. Брать и убивать, как русский мясник. А где все? Оу! Щит! У меня 6 жизней. С той стороны лучше не идти. Так, немножко восстановился. Бандажи нашел! Ура! Есть! Еще одного убил! Так, тихо, тихо, тихо. Откуда по мне стреляли? Ага. Ага, очень далеко. Он меня оттуда не достанет. Я-то в зоне, мне беспокоиться нечего. И тебя я тоже убью. Уже 4 человек убил! Воу! Вырываемся в топы! О! О! Нет! Playtime.